И вот мы двинули на юг, к Чили. Видимо, у Игуайра были крутые друзья в верхах, потому что по прибытии нас ждали танки. Давно отвыкнув от такой поддержки, мы радовались, как дети, Рождеству. Хоть нашим подарком и был взбесившийся русский вояка. Чего там говорить? Бывало, отпуск и похуже. Право 2, это берег, прием. Слушаю, берег. Последнее место, где видели Кириленко, то ли поселение, то ли военный лагерь у ветряков до линей. Сделайте все возможное, чтобы взять его живьем, но если не выйдет, сами знаете. Вас понял, берег, конец связи. Родьяк 3, меняем путь следования. Добро пожаловать в красную зону. Двигай туда, Марлоу. С такой крошкой ты легко их уничтожишь. Готовы к боевому заходу.
это вышло. Танки противника. Не торопясь. Ответный огонь. Смотреть оба.
Нам нужно быстро десантироваться и вручную по этих целей. Отличная работа, Браво-2. Вам, ребята, у нас всегда рады. Бухло за нами. Принято, Катя-Катя. Потом угостите. Так, спешится. Пойдем в город пешком.
где-то там. Это на точно не он. Подвинься, Хак, дай глянуть. Ты прав. Это не он. Интересный у чувака багаж. Спутниковый телефон, куча карточек, полтинник с зеленью, но это не самое веселое. Он якобы знает, где сейчас Кириленко, и скажет, если отпустит. Ладно, погоди немного. Эй! А поточнее? 10 секунд. Пять, четыре, три. Есть! Черт. Так, собрались. Итак, мы знаем, где Кириленко. Морпехи, ваши хаммеры и пулеметы нам пригодятся. Все к вашим услугам, сэр. Что вы сказали пленному, сержант? Ничего. Объяснил, зачем мы здесь. Он взял и все выложил. Да. У него семья в Хьюстоне. Техасец. В конце концов, и враги тоже люди. Погоня.